Привет, дорогие мои, с вами Дыга Лариса и моя собака Бусинка. Сегодня нагулялась, кряхтит, свернулась клубочком у меня на ручках и уходить никуда не собирается. Такая моя милашечка. Ну, а мы сегодня с вами полистаем, рассмотрим поподробнее каталог номер 8 от Oriflame. Каталог посвящен моментам нашего с вами лета, и он богат на сезонные предложения. Давайте же посмотрим, что для нас будет актуально этим летом и что интересненького компания для нас приготовила. Ну, во-первых, традиционно мы можем заказать набор пробников вместе с каталогом. Также нас ждет новинка, которая вошла в топ-3 лучших предложений этого каталога. Это детская серия, которая рекомендована с нулевочки. И она на 95% натуральная, одобрена педиатрами, создана под контролем дерматолога. В общем, высочайшее качество, прекрасные составы, текстуры, формулы. Это то, что ждет не только наших малышей, но и нас, потому что 2 продукта из 3 представленных могут использовать не только дети, но и их мамы. Кто-то у меня никак не угнездится и кряхтит. И на первых страницах очень популярные и актуальные продукты, как на мой взгляд, не только летом, а в целом круглый год. И это очищающие средства для умывания. А вот такое базовое средство для умывания из серии Essentials. Я им уже пользуюсь достаточно длительное время в составе масла канолы, витамин Е. Вы знаете, приличная умывашечка по очень доступной цене. Сейчас она вообще по скидке 53 гривны в объеме 150 миллилитров. Она достаточно мягкая умывашка. Я не могу сказать, что она дополнительно смягчает и питает, так как я чувствовала это от умывашки серии Optimals, но тем не менее она очень мягкая. Если вам вода кожу не сушит, вот одна без всяких очищающих средств, то вы будете этим продуктом довольны. Если же вы просто ополоснули лицо водой и вы уже чувствуете, что кожа суховата, то вам просто нужны не гелевые продукты для умывания, а это именно такой, а молочко. Кстати, прекрасно пенится, нужно его совсем немножечко. Еще одно средство для умывания, тоже в серии Essentials, и его цена также 53 гривны, и этот продукт 3 в одном, еще и с отбеливающим эффектом. Есть мыло 24 гривны 90 копеек, тоже хорошая скидочка, и предполагается, что можно мыть как тело, так и лицо. Я, конечно, сторонница все-таки более мягких продуктов, не таких как мыло, но тем не менее pH этого мыла позволяет умывать и лицо. И если вы любите вот взять кусок мыла и умыться, то вот да, пожалуйста. Кстати, для мужчин это тоже будет хорошо. Для детей вполне возможно, почему бы и нет. И новинка у нас появилась, тоже щеточка для очищения лица. Я вот смотрю, похоже, что она поролоновая. Я думаю, для гелящихся продуктов это будет прикольно. Также на следующей страничке у нас продолжаются скидки на серию Essentials. И у нас здесь увлажняющий крем для лица и тела. Легко впитывается, легкая, приятная текстура. Если вам нужно базовое увлажнение, базовое питание, то почему бы и нет. Очень доступная цена, 67 гривен сейчас вместо 175. Прям шикарное предложение. И 150 миллилитров, вам его хватит, в общем-то, надолго. И использовать можно для всей семьи. Ну, понятно, кроме совсем крох маленьких. Также есть увлажняющий крем для лица из этой же серии Essentials, и его можно использовать как на день, так и на ночь. Он очень универсальный, и опять же, если у вас нет каких-то требований больших к крему, нужен базовый уход, то он вам подойдет и понравится. И есть у нас осветляющий крем для лица с SPF 10, 53 гривны, недорого. Все-таки есть фактор защиты и легкий осветляющий эффект, который улучшит цвет кожи. Эконом-класс – это хорошо, знаете, кому? Если женщина постарше не хочет тратить деньги, а я замечаю, вот именно в этом возрасте многие женщины на себе экономят. Не все, не всегда, но бывает. И для молодежи, им какие-то серьезные продукты просто банально не нужны, им нужна работа буквально
самыми верхними слоями кожи, смягчить, напитать, если кожа сухая. Вот, ну, отлично. Кстати, обладательницы жирной кожи тоже с удовольствием берут эти кремы для лица, им хорошо и комфортно. Также у нас здесь есть бальзамчик для губ, тоже по хорошей скидочке, масочка за 17,90, прям прекрасно. Она питательная, кстати, вся серия Essentials дает увлажнение, ну, кроме умывки, понятно, на 24 часа, это клинически подтвержденный результат, дерматологические тесты без ГМО, в общем, по таким деньгам и столько всего хорошего для продукта. Вообще, я смотрю, у компании очень много удачных запусков недорогих серий. Вот серия Essentials, ну вот прям удачный запуск. И она, посмотрите, какая широкая, да, не только много продуктов в голубой упаковочке, но также много продуктов в розовых упаковочках с осветляющим эффектом. Также серия On Color, ну просто недорогая декоративная косметика, и она прям вот отличная по качеству. И некоторые девочки у нас с закрытыми глазами, если им дать помаду, путают ее с помадой Giordani. Но разница в цене шикарная. На губах лежат обе прекрасно. Удачные запуски недорогих серий. Обращайте на них внимание. Гели для душа и яркого настроения. Серия Love Nature и... Летом, да, это душ, душ, душ утром, душ вечером обязательно, а иногда можно и среди дня, смотря чем занимался. Эти гели не просто для помыться, как по моему глубокому убеждению, это гели еще для того, чтобы получить удовольствие. Они реально крутые, они... Во-первых, они приятно пахнут, они, наверное, поэтому вызывают такую... большую любовь у меня. Они очень натуральные, вот прям настоящие свежие фрукты, которые хочется съесть. Во-вторых, это биоразлагаемая формула, и вот есть даже специальный значок, который об этом свидетельствует. Это значит, что вода в ваших регионах не будет в водоемах цвести. Боже, как это важно! Когда живешь вдали от водоемов, кажется, да какая разница, не имеет значения. Но насколько... Земля маленькая, насколько этот шарик взаимосвязан, все взаимосвязано. В ванной помылся, вроде бы, ну помылся, ну подумаешь, там в канализацию ушло. Но в канализацию это не значит в никуда. Канализация попадает в ставки, в реки, в озера и в моря. А так как продукты не биоразлагаемые, так как они содержат фосфолипиды, если это порошки, да и много ряд других компонентов, в результате нарушается экосистема водоемов. Да и покупаться тоже неприятно вообще никак. Запах появляется неприятный. В общем, жуть. Поэтому, выбирая гель для душа, вот у меня ощущение, что даже мое любопытство скоро сдастся, и я полностью перейду на гели для душа с биоразлагаемой формулой. Потому что, в принципе, их уходит довольно много. Вот, поэтому было бы хорошо, чтобы компания, конечно, вообще полностью весь ассортимент в каталоге сделала биоразлагаемым. Кстати, отшелушивающие частицы тоже всегда натуральные. Тальки для тела. 85 гривен. Оригинальная цена 39,90 по скидке. Глубже, чем 50% скидочка. Насколько классный, универсальный продукт, причем... достаточно большая редкость на рынке, и это меня немало удивляет. В баночке 100 грамм хватает на очень-очень долго. Вообще такие сухие, сыпучие продукты, они особенно долгоиграющие. Существует три аромата, все три прекрасные. Я долго выбирала, какой мне больше нравится. Нравятся все, они все прекрасные. Они очень универсальные. Мне нравится использовать тальк для тела вместо сухого шампуня, когда нужно срочно освежить корни волос, да, если не успеваешь помыть голову. Потом мне нравится использовать его, когда лето, когда жарко, чтобы тело не липло. Кремы как-то уже не хочется использовать, а хочется, чтобы на улицу вышел и липким от жары не стал. Вот как раз после душа на сухое тело наносите тальк для тела, на ручки распределили и круговыми движениями снизу вверх распределили. Также мне вот понравилось, я раньше крем-дезодорант наносила на вот эти области, если зимой куда-то ехала в дальнюю тяжелую дорогу,
зимой часто так бывает, оделся тепло, на улице холодно, особенно если вы ездите общественным транспортом, пока стоишь на остановке замерз, зашел в транспорт жарко, зашел куда-то в помещение, в магазин жарко, в результате мокрый, на улицу вышел, одежда мокрая, неприятно, некомфортно. Кстати, лайфхак, одевайте синтетические маечки, водолазочки, а сверху хлопковую одежду, тогда влага от тела будет проходить сквозь синтетику, синтетика будет оставаться сухой, а хлопок уже будет влажный, и у вас не будет холодной одежды, прилегающей к телу. Это вот я этим всегда пользуюсь, но хочется, чтобы этой влаги было по минимуму, поэтому вот такие вот тальки, прям вот, прям классная штука, девочки. Плюс продукт хорош от натирания. Для женщин, у которых между ног натирается, под грудью тоже, я знаю, очень-очень любят и прям спасаются этим продуктом. Так что обращайте внимание. Кстати говоря, у нас есть тальки еще и для ног. Ну вот некоторые у нас берут одну баночку и везде, и в обуви, везде его насыпают. Прекрасный продукт, хорошая цена. Ой, прям порадовалась. Серии Love Nature у нас 60% скидки на мыло, если вы приобретаете любых три. Биоразлагаемая формула. Вот все, что я говорила о гелях, натуральные ароматы, если отшелушивающие частицы, как, к примеру, в клубничном мыле. Клубника и лайм. Девочки, натуральная клубника, как будто свежая, с грядки сорванная. Вот натуральные частички, вы видите, это зернышки клубнички, и они дают нам отшелушивающий эффект. И прекрасная цена, вот прям редкая цена. В прошлом году раз, по-моему, за год такая была скидочка. И вот сейчас опять прям вот надо запастись. Солнцезащитная серия. Круто, круто, что компания ее обновила. Предыдущая шикарно работала. Если вы их использовали, вы никогда не обгорали. Вот просто от слова никогда. Даже если вопреки всем правилам пролежали на пляже весь день, заснули. Так делать нельзя, даже солнцезащитными все равно нельзя, нужно себя беречь и любить, потому что мы у себя одни, и другого себя не будет, поэтому надо себя любить и беречь. Но эту серию сделали такой, ну, в общем, превзошли сами себя. Почему она так хороша? Во-первых, ее можно использовать, и конкретно это написано в рекомендациях от компании, как в городе, так и на пляже. Это значит не липкие текстуры, которые будут комфортны, которые не будут отпечатываться на одежде. Во-вторых, все эти продукты подходят как для тела, так и для лица. Вообще красота. Одну баночку взяли, не надо вам их куча. Одну взяли, одну использовали. Дальше они все подходят и для чувствительной кожи, для нежной. То есть очень мягкие, нежные, классные, щадящие формулы. Также у нас есть спрей, если вам нравится быстренько побрызгаться и не заморачиваться. Есть кремовые текстуры. Разный фактор защиты, выбирайте тот, что вам нужен. Также у нас есть желе для лица и тела после загара, которое снимает на 2 градуса температуру. Представляете, тело. И когда вы приходите с пляжа, тело горит, вам жарко, намазались, вообще просто супер. И этот продукт снимает ожоги, вдруг они появились, он успокаивает кожу, он ее увлажняет. И в целом все эти солнцезащитные средства удерживают влагу в коже, являются антиоксидантами, не дают коже стареть. Отличный продукт, я не знаю, что еще можно желать для солнцезащитного средства, по-моему, есть в нем все и даже больше. Для их создания использовалась технология Multi-Rise, защита от лучей спектра А, спектра Б, предупреждает, конечно же, ожоги, фотостарение, рак кожи, водоустойчивый, то есть пока вы находитесь в воде, это средство вас защищает, но после того, как вы вышли, вытерлись полотенцем, безусловно, нужно нанести еще один слой. Каждый из этих продуктов успокаивает кожу, укрепляет защитный барьер, и скидка на эти продукты 30%. За исключением новинки. И да, у нас в этой серии появилась новинка. Это солнцезащитный осветляющий крем для лица. То есть вы не только защищаете кожу, но параллельно еще работаете и на осветление. Фактор защиты SPF 30, легкая текстура, впитывающаяся. Причем компания говорит о том, что этот продукт даже можно наносить и
под макияж. Я была этому немало удивлена. Единственный момент, так как в нем достаточно высокий фактор защиты, нужно подождать, чтобы этот продукт впитался, минут 15-20, ну, в принципе, рекомендуется это время выдерживать, и если вы макияж сверху дневного крема наносите, а также рекомендуется его не размазывать, а наносить вбивающими движениями. Крем содержит ниацинамид, защищает нашу кожу от пигментации и морщин. Вот такой необычный и очень интересный продукт. По-моему, вот прям на пляж так вообще хорошо. И даже если вы желаете что-то из декоративки нанести, вот прям супер. Хотя и для города можно, но так непривычно и так необычно. Прекрасные скидки на зубные пасты. Нет, не так. Прекрасные скидки на прекрасные зубные пасты, потому что они действительно прекрасные, очищающие вещество, это силика, оно очень мягкое, и зубные пасты с этим компонентом стоят в разы дороже, и это действительно щадящее вещество, ну не только щадящее, оно очень классно, качественно очищает зубы, зубы прям гладкие, зубы долго гладкие, продукт великолепный. У меня есть тоже знакомая, которая обращает внимание на то, что ее стоматолог удивилась, что зубной камень приходится снимать реже, как только моя знакомая перешла на пасты зубные от Oriflame. Особенно я очень люблю травяную пасту, в ней 4 эфирных масла, в остальных наших пастах по 3. Щеточки, кстати, тоже великолепные, 100 грамм в пасте, ну вот просто не пропустите, скидочка даже чуть глубже, чем 50%, отлично. Ароматы 229 Eternal Man. Хороший древесный аромат, тепло дерева для него, дань семейным традициям, в общем, такой мягкий аромат, вызывает ощущение надежности, хочется доверять этому мужчину с этим ароматом. Также Valare Forever. Valare Forever – белая роза и засахаренный миндаль. Он и сладкий, и пудровые ноты в нем есть. И скидочка глубже, чем 50%, и можно взять шариковый дезодорант, чтобы усилить этот аромат. Топ-3 продукт, и у нас омега-3 со скидкой 41%. Девочки, если вы до сих пор еще не берете этот продукт, переходите в топ-3, узнаете. Вот послушайте, узнайте, скажите, да, мне не надо, с чистой совестью. Ну или наоборот, боже, как хорошо, что я узнала. Шикарный продукт, великолепное качество, 5-ступенчатая очистка от тяжелых металлов. Это крайне редкое явление на рынке. Омеги-3. Также обратите внимание, витамины для детей, для взрослых. Кальций D3, пребиотический напиток. В общем, выбирайте те продукты, которые вам нужны для поддержания вашего здоровья. Прям. Что вы думаете? Конечно. Классика жанра. Это самый узнаваемый, наверное, продукт. Но один из самых узнаваемых, так это точно. Я мало встречала людей, которые не пользовались бы этим продуктом и которые бы о нем ничего не знали. А когда таковые встречаются, я всегда удивляюсь, рассказываю об этом продукте. И на одного человека, который не любит и не пользуется этим продуктом, становится меньше. Да, это специальное смягчающее средство, причем классическая версия, пчелиный воск в составе, и обычно оно несколько дороже, 75 гривен традиционная цена, сейчас 28,90, просто чудо какое-то, поэтому обязательно воспользуйтесь, да, помимо пчелиного воска витамин Е в составе, и когда вы приобретаете это средство, еще 1 гривна идет на благотворительность. Что оно делает, ну, если вдруг вы еще не знаете, это отличное заживляющее средство, специальное смягчающее средство в розовой баночке, оно без отдушки. Я его использую на все места, которые надо смягчить, которые нужно заживить, слизистые, не слизистые, жуги, кстати, тоже прекрасно убирает. Под глаза наношу как масочку, прекрасно смягчает, только не забывайте через 15-30 минут промокнуть излишки. Нельзя нанести толстым слоем специальное смягчающее средство, а потом лечь спать. Вы просто проснетесь с отеком, потому что кожа не будет дышать. Кстати говоря, если вы не используете ночные кремы по этой причине, причине отека, то вот знаете, вы нанесли слишком много и... Весь крем кожа просто не смогла в себя впитать,
впитайте излишки салфеткой или просто туалетной бумагой, и вы увидите, какая прекрасная ваша кожа по утрам после использования ночного крема. Появилась новая серия парфюмерных продуктов World for Her Tropical. Я так понимаю, это у нас лимиточка, которую компания решила выпустить к лету. Да, так и есть лимиточка. В сердце аромата тропический фрукт гуава, чей насыщенный тропический аккорд с кисловато-сладкими фруктовыми нотками придает парфюму свежее современное звучание и экзотический флер. Конечно, аромат очень хорош на лето, он будет и свежесть давать, и фруктовые нотки. И вы можете взять как туалетную водичку, так и лосьон для тела парфюмированный, а значит, ваша туалетная вода станет более устойчивая, а также парфюмированный гель для душа. Все продукты идут со скидочкой. Водичка за 229 гривен, тип аромата цветочный, фруктовый, восточный, помимо гуавы в составе ландыш и кедр. Опять со скидочкой новая туалетная водичка Infinite, она у нас только второй раз в каталоге, квинтэссенция женственность. И более полный обзор на этот аромат вы можете увидеть в отдельном видео. Также при покупке этой водички вы получаете губную помаду в подарок. Обзор на эту помаду вы также можете увидеть в этом видео. Скидка глубже, чем 50% на туалетную воду Люсия. Вы знаете, вот настолько популярный аромат, клиенты часто его заказывают, клиенты его знают и часто этим ароматом интересуются. Он женственный, он легкий, он свежий, он приятный, цветочный, фруктовый, зеленый, в составе плюш, белая сирень и индийский сандал. Эклавикен тоже один из популярных ароматов и 425 гривен. Цена, это скидочка даже чуть глубже, чем 50%, что хорошо. Скидочка, причем очень хорошая и радостная, на парфюмерную воду Giordani Gold Essenza Sensuale. Называется парфюмерная вода, я говорю духи, кстати говоря, сегодня я их тоже использовала. Насколько же приятный аромат. Пипеточка, кстати, у меня тоже есть отдельный обзор, очень чувственный, очень тонкий, классный, девочки. Я его обожаю. Он такой дорогой, он такой волшебный и очень-очень устойчивый. Переходите на... Я, кстати, на вот эти видео, за которые говорю, обязательно в боксике под видео оставлю ссылочку. Это лимиточка. Очень надеюсь, что компания увидит его популярность и оставит его надолго. Я даже уже запасную баночку взяла, запасной флакончик, потому что вот прям это любовь со страстью к этому аромату. Еще один интересный аромат, но у него такая какая-то пикантная нота есть. Он какой-то космический, инопланетный. Что-то в нем есть волшебное, но недаром, вы видите, девушка... Модель держит золотое яблоко в руках, презентуя этот аромат, потому что в этом аромате есть аккорд золотого яблока. Сам по себе аккорд очень мифический и необычный. Ну вот и ощущение от аромата именно такое. И да, я говорю о позе The Secret, цветочный фруктовый древесный, черная смородина, аккорд золотое яблоко и сандал. И это парфюмерная вода, значит, очень устойчивая. В целом ароматов в каталоге много. Можно смотреть, выбирать. Можно выбирать маленькие версии. Причем ароматов много как для мужчин, так и для женщин. О мужских мы еще немножечко, я думаю, поговорим. Очень меня порадовала компания страничкой, казалось бы, такой неприметной, но на ней аж 3 пробника Glacier. Да, я очень рада, что компания не просто убрала эти ароматы, она их обновила. Количество товара ограничено. Парфюмерная вода Люминесенс, я знаю, многим полюбилась, и вот прям жаль, она уходит. Продолжается интересное предложение на новинку мужскую, на туалетную воду Debonair. Как красиво это звучит по-французски, вот с хорошим французским произношением. Древесный, ароматический, он свежий. Кедровая хвоя растертая, вот чем-то он мне напоминает Excite Force Дима Билан. И 469 гривен шампунь для волос и тела мужской в подарок. Прям вот приятно. Тоже последний раз в каталоге туалетная вода Men's Collections Intense Oud. Вот, 40% скидки. Если вы его полюбили,
то вот, ловите момент. Мне, кстати, кажется, просто люди не успели распробовать. Много ароматов, тоже очень интересный. И я знаю, что очень часто клиент говорит, ну, дай что-то, не давай что-то выберу недорогое из мужских ароматов. Выбирают Men's Collections, любой, и Citrus Tonic берут, и Dark Wood. И потом с удивлением мне рассказывают, что, слушай, такой аромат классный, я вообще не ожидала, он прям вот классный. Я думаю, что рано снимают эти ароматы. Кстати, все они идут со скидочкой 219, выбирайте любой. Также парфюмированные спреи для тела представлены 2 по скидочке, 135 гривен, 100 мл, приятные ароматы и много, и главное, что много. Уход для мужской кожи, пена для бритья, шариковый дезодорант, увлажняющий гель после бритья и мыло. Вот мыло, мне кажется, это легендарный продукт. Вот как тальк, достаточно редкий косметический продукт на рынке, так и мужское мыло. Я, во всяком случае, ни разу нигде не видела и не встречала. И тем более, настолько классное. Оно вот не просто мягко очищает кожу, оно, мне кажется, прям увлажняет. Настолько шикарно. И вот мужской свежий приятный аромат. И опять же, можно использовать для лица, для тела. В общем, у нас многие мужчины полностью его используют для душа. Также есть уход за лицом для более требовательных мужчин, которые могут себе позволить дорогой уход за кожей лица. И это Novage Men, да, шикарные продукты, хорошо ухаживают за кожей, увлажняют, технологии, формулы, в общем, круто. Внутри комплекс для волос и ногтей, если вам нужно укрепить, отрастить, вернуть густоту былую волосам, или узнать, насколько вообще ваши волосы могут быть густыми, то внутри комплекс для волос, обращайте внимание. Серия Novage. Люблю, я уже говорила, люблю за результативность. Пока кожа молодая, девочки, я брала серию Optimals и просто удивлялась эффекту, который я получала. Это было в 25, это было в 30, текстуры. Да, это все приятно. Вспоминаешь, видишь, Кея тогда была прототип Optimals. Девочки, кто пользовался Шведиш Кея? Напишите, вы так же давно в Oriflame, как я, прям вот. Вспоминаю, для жирной кожи такие баночки были, такие ароматы. Вы знаете, компания сейчас вернула бы, я бы, наверное, взяла вот просто поностальгировать даже, насколько вот приятно, приятно. Oriflame умеет как-то баночки такие сделать, как-то текстуры, ароматы натуральные. Ну, люблю я эту косметику, наверное, по мне это заметно. Ну, не только косметику, компанию и возможности, стиль жизни и, да, возможности. Возможности поменять стиль жизни, который дает компания Oriflame. Кстати, если вам все это интересно, и вы пока еще не в Oriflame, в боксике под видео ссылочка, пишите, я обязательно помогу зарегистрироваться, и вам станут доступны скидки 20% на любой продукт, который вы хотите взять, вне зависимости от того, вы берете одну губную помаду или много продуктов. Но 20% вы получите сразу даже на одну позицию. Кстати, есть сервис «Продукт вместо платы за доставку», еще и бесплатная доставка, возможно, такое тоже есть. Плюс есть акции, есть бонусы, есть возможность зарабатывать, не выходя из дома. Если вам все это интересно, в боксике под видео ссылочка, пишите, я обязательно вам помогу зарегистрироваться, научу, расскажу, покажу, прям пошаговые инструкции дам, как и что делать. В общем, девчонки, а еще мы стройнеем. Да, в Oriflame у нас проект есть такой классный, очень крутой, для участниц именно зарегистрированных клиентов, консультантов, бизнес-партнеров именно в моей организации. Да, Novage Time Restore для девочек, которым за 50. Кстати, вы знаете, крутая, очень-очень крутая серия. У меня подружка Тонечка ей пользуется. И вот мы недавно с мужем ложились спать и, ну, вспоминали девчонок, кого давно не видели, сейчас же границы все позакрывали. И мой муж говорит, я, говорит, на Тоню смотрю, я удивляюсь. Она все время молодеет, как ей это удается. Девочки, wellness pack всегда, коктейль всегда, ежедневно, регулярно и Time Restore. Вот, реально круто работающая серия. Ну и, конечно, каждый выбирает то, что ему нужно. Хотите сияние и увлажнение? Novage True Perfection. Надо упругость вернуть вашей коже, разгладить морщины. Конечно же, коллаген Wrangle Power. Если нужно утянуть кожу, чтобы кожа...
чтобы личико было не такое, как вот с возрастом оно становится, а маленькое, утянутое, как в юности, то, конечно же, это моя любимая серия NovAge Ultimate Lift. Если пигментация, пожалуйста, выбирайте NovAge Bright Sublime, девочки. Клинически подтвержденные результаты. На 50% осветляется пигментация. Настолько девочки светлеют, кажется, что это навсегда, но нет. Реально можно осветлить кожу, причем сделайте фото до и после, и вы увидите, какой это будет крутой результат. Главное – регулярное использование. И обращайте внимание, если вы берете всю серию в комплексе, вы получите в 7 раз более сильный результат. Также у нас есть дополнительные продукты, тканевые маски, питательные, разглаживающие. Они реально крутые, они реально очень круто работают. У меня есть отдельное видео за маски, я рассказывала, тоже оставлю в боксике. Очищающее масло для умывания, тоже у меня есть этот продукт. Знаете, если вы хотите, ну вот прям очень-очень-очень качественно очищенную кожу. И я знаю, что девочки, когда гидрофильные масла используют, то сочетают их с дополнительными очищающими продуктами. Ну, я не знаю, зачем. Может быть, очень какие-то мега-профессиональные, там, стойкие продукты на лице для макияжа использованы, чтобы на сцене и грим держался, может быть, так, я не знаю. Смывает макияж великолепно. С глаз, с лица, с губ, стойкий тональный, нестойкий тональный, любой макияж этот продукт смоет. Причем можно смывать, да, из глаз косметику в том числе. Продукты из серии NovAge, но попавший в обзор топ-3. Говорю топ-3, топ-4 у меня на самом деле получился. Это крем от покраснений, если у вас есть капиллярчики возле крыльев носа, скидка 55 или 56%, просто нонсенс какой-то. Это хватать и бежать, вот пока такая цена, прям впервые. Крем с SPF 50, защита от фотостарения, защита от ожогов. Крем наносится сверху дневного крема, это уже на него хорошая скидка. И защита, это максимальная, которая только возможна от солнца. 50 SPF и 4 плюсика. Защита от спектра, спектра. В общем, очень крутой продукт. Подробности заходите, смотрите. Посмотрите, какая классная глубокая скидка на очищающее молочко. И тоник из серии Eco Beauty 35%. Это глубже, чем традиционные 20%. Если вы давно хотели попробовать или очень любите эко-продукты, вот что 100% натуральный, то вам сюда. Это именно эта серия. Можно брать набором, а можно взять вот отдельно продукт. Тоник травками пахнет. Такой вот прям натуральный-натуральный. С экстрактом василька. В общем, девочки, тоник это прям вот... Да, прям он очень приятный, очень такой прям увлажняющий, какой-то волшебный. Капсулы Royal Velvet и тоже со скидочкой, да, с очень редкой. И это у нас 30%, 455 гривен. И концентрат в этих капсулах, девочки, хорошо восстанавливает кожу, прекрасно убирает сухость, несмотря на то, что там какая-то текстура скорее гелевая, ну, такая необычная, ну, не масло. Я люблю наносить на область под глазами, так разглаживается кожа, хорошо, и в целом кожа, как я их давно не брала, кстати говоря, и в целом кожа после них очень классная, и предложение действительно выгодное. Серия Optimals, появилась масочка с глиной, также масочка увлажняющая, в баночках стеклянных, это приятно, вот просто эстетически приятно, и какая классная становится кожа, она увлажненная, вот я говорю за увлажняющую маску, она увлажненная, она гладенькая, она ровненькая, она красивенькая, она просто обалденненькая, и настолько хорошо, свежий аромат, настолько хорошо увлажняет кожу, что у меня даже морщинки на лбу становятся менее глубокими. При заказе любого продукта Optimal со страниц 78-83 вы можете взять мицеллярную воду 200 мл за 77 гривен вместо 205. И мне недавно дочка сказала: мама, если ты увидишь крем тыквенный пирог в каталоге, то расскажи девочкам о том, что он реально крутой.
Во-первых, у него классная, приятная текстура. Он вроде бы и густой, но он очень хорошо, быстро и легко впитывается. Он хорошо увлажняет, и у него совершенно обалденный аромат. Серия Giordani Gold в этот раз тоже порадовала скидочками. 295 гривен на стойкую минеральную тональную основу. Знаете, в целом мне нравится. И антивозрастная тональная основа, она тоже сейчас идет со скидочкой. И минеральная. Хороши обе. Если кожа уже более зрелая, действительно антиэйджем хорош. Какие-то шелушения, какие-то неровности или еще что-то. Она плавно огибает, она смягчает, она хорошо ложится. Она антиэйдж эффект оказывает в составе экстракт трюфелей. Идеальная базовая тональная основа. Если нужна более плотная текстура, то это минеральная тональная основа. Тоже хороша. Мне кажется, менее кремовая она, чуть-чуть более плотная. Но также хорошо легко распределяется, не забивается в поры. Ну, конечно же, содержит минералы с вулкана Этна. Фух, фух, девочки, вы это видели на странице 134. Рассыпчатая пудра Giordani Gold со скидкой, наверное, процентов 40, 319 гривен вместо 560. Такого не было никогда. Пудра прекрасная. У нее очень мелкий помол. Кстати, вот клиентка, которая у меня ждет эту пудру, она говорит, у меня была хорошая, дорогая французская пудра, и я, говорит, вот хочу, чтобы вот тоже она была такой же, ну вот, чтобы по цене другой. И когда я ей принесла свою пудру, дала, она ее попробовала, она говорит, боже мой, я сходила в все магазины, и ничего похожего по качеству не находила. Очень мелкий помол, очень качественная. Она, эта пудра, пигментированная. Но, тем не менее, она на лице незаметна, она великолепна, она просто изумительная, прекрасно фиксирует макияж, 10 грамм ее в упаковочке, обратите внимание, вы можете регулировать количество дырочек для того, чтобы высыпать необходимое количество пудры в крышечку и напудриться. Продукт великолепный. Если вы давно задумывались над тем, чтобы купить себе вот прям не просто пудру, а вах пудру, не упустите момент. Я не знаю, когда такое еще будет. Кремовый румяна в стике Giordani Gold. А вот, кстати, с этим продуктом я подружилась не сразу. Я была на обучении по визажу в Киеве. Нас обучала официальный визажист. И она открыла мне на этот продукт глаза заново. Я, когда его взяла, мне понравился очень цвет. Розовый, красивый, золотистое сияние, ну просто экстаз. Но у меня жирная кожа, ну, была когда-то, во всяком случае, широкие поры остались. И когда я наносила этот продукт на кожу, поры становились более выразительные. Такое ощущение было, что блестки подчеркивали их. И когда я этот вопрос задала нашему продуктивисту, что, может быть, он не для всех, только для тех, у кого сухая кожа, во всяком случае, я какое-то время для себя так и считала, оказывается, нет. Все решает просто база под макияж. И если у вас что-то проваливается в поры, значит, у вас не было подготовлено лицо. Увлажните, нанесите базу. Ну, увлажнять-то я всегда увлажняла. Вот базу изредка использовала. И таки, да, вот наносишь базу, потом берешь кисточку и набирала на кисть этот продукт, и уже потом распределяла по щечкам. И тогда, да, получался нежный румянец, и хайлайтер, в принципе, уже не нужен, потому что сияние есть. И если сверху нанести еще сухие румяна, тогда получается более стойкий макияж. А если вам нужно провести фотосессию, то вот эта кремовая текстура, она не дает макияжу теряться. Обычно свет, фотовспышка пробивает сухие пигментированные продукты и ощущение, что их нет. А если у вас подложка из кремовых румянчиков, то с вашими румянами будет все в порядке. Вот. И вот эти кремовые стики от Giordani Gold в восторг приводят визажистов, которые ими пользуются. И у нас появились новинки в серии The One. В общем, неудивительно, мы ждем обновления The One Stockholm, да, вот прям, чтоб мега-супер декоративная косметика, которая прям вот хоть в космос не лети, настолько она крутая, современная и настолько
классный результат дает, да? И вот у нас появилось закрепляющее покрытие для гель-лака The One и гель-лак для ногтей The One. Используют эти продукты в комплексе. Сияющий гелевый финиш, стойкость до 11 дней без подкрашивания. Стойкий результат без UV-лампы, быстро сохнет, снимается как обычный лак. И специальная технология используется, фотореактив в составе обоих средств. Это уникальный молекулярный комплекс, который активируется при дневном свете и обеспечивает сенсационные результаты. Ну, в общем, понятно, зачем нам лампа при таких технологиях и таких формулах. Просто вау! Вау-вау продукт! Зачем шеллак, зачем еще что-либо? Ну, в общем, просто шикарное предложение. И если вы приобретаете два продукта, то парочка, наборчик обойдется вам за 162 гривны. Также у нас, девочки, есть средства для ухода за ногтями. Обратите внимание, средства для роста ногтей. Если вы один ноготок сломали, 2-3 раза в день наносите на зону роста, втираете, и этот сломавшийся ноготок догонит по длине остальные. Если в целом они у вас короткие, понятно, наносим просто на все ноготки. Это вот то, что прям вот какой-то уникальный, необычный продукт. Я такого тоже нигде не встречала. Он какой-то чисто вот орифлеймовский, и скидка очень глубокая на всю эту линейку. Традиционно они по 165 гривен, а сейчас 109. Я думала, в позапрошлом каталоге была мега-супер скидка на палетку для контуринга из серии The One. Но я открываю этот каталог и вижу 289. Вау, в прошлый раз 309 было. Палетка универсальная, палетка подойдет, ну вот, всем абсолютно. Правильные оттенки, мягкий хайлайтер, отличный бронзер, который можно использовать и для скульптурирования, румяна очень такой нейтральный, подходящий всем оттенок. И самое главное, этими продуктами сложно перестараться, каких-то пятен наставить, все будет очень естественно, так, чтобы не просто на камеру, а вот как раз в люди выйти и никого не удивить какими-то полосами и пятнами. Жидкий хайлайтер, на него у меня тоже есть отдельный обзор. Конечно же, тушь с эффектом кошачий глаз, тоже со скидочкой. По предложению за 149 гривен с двойной скидкой вы ее можете взять при единовременном заказе любых двух продуктов со страниц 162-163. А у нас здесь два вида туши Tremendous. И у меня есть отдельный обзор как на одну, так и на другую. Не буду на этом останавливаться. Перейдите, посмотрите обязательно, какие реснички эти туши делают. Не упустите 10 мл по такой цене, ну просто супер. И последняя страница. Это просто мега какое-то предложение. Стрелочки должны быть у всех. Пусть даже не на каждый день. Пусть может быть только карандашик или одна подводочка, но должны быть, потому что разные бывают ситуации. По такой цене, такое качество, девочки, ну просто впервые. 79 гривен, ультрачерный маркер подводка для глаз или стойкий карандаш подводка для глаз или карандаш для глаз за 53 гривны серии The One. Оригинальная цена 230. В общем, девочки, не упустите и не откладывайте заказ на последние дни каталога. Очень сильно сомневаюсь, что все три продукта, ну, три категории продукта с этих страниц будут до конца каталога. Уже сейчас я вижу прям вот такой повышенный интерес к этой страничке. Более детальный обзор на эти продукты я оставила в топ-4 восьмого каталога. Переходите, смотрите. Благодарю, что были со мной. И до новых встреч. Пока-пока.